Москвичам рассказали, какой багаж можно бесплатно провозить на МЦД. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Сейчас расскажу подробности. В пресс-службе столичного департамента транспорта проинформировали пассажиров о том, что на московских центральных диаметрах можно будет бесплатно провозить багаж, габариты которого не будут превышать 180 см по трем измерениям. Такое правило действует в пригородных поездах. Однако провоз крупногабаритных грузов на МЦД обойдется дешевле, чем в электричках, и не будет зависеть от расстояния. Об этом рассказал начальник дирекции МЦД Андрей Акимов. Условия провоза багажа и ручной клади на московских центральных диаметрах будут соответствовать правилам метро и Московского центрального кольца. Пресс-служба ведомства уточняет, что бесплатная пересадка с МЦК на метро при оплате картой «Тройка» не будет включать в себя багаж. На этом у меня все. Еще больше новостей столицы на сайте mymsk.online. Пока!